Во всех районах Твери ведется контроль за содержанием кровель домов. Сотрудники администрации проводят регулярные рейды. Сейчас из-за резкого потепления проходит повторная зачистка крыш от остатков наледи. Отвечает за это управляющая организация каждого дома. А отслеживать, насколько добросовестно она выполняет свои обязанности, могут не только сотрудники администрации, но и сами жители. Подробности далее. Вот провода. Чуть левее сбей, пожалуйста. Ледяную шапку, вот она. Сбивай, да, сбивай. Очистка от наледи крыши дома номер 50 по улице Склескова в течение января проводится не в первый раз. Работы ведет управляющая компания «Новый дом». Для безопасности пешеходов и проезжающих автомобилей территорию вокруг здания огораживают предупреждающей лентой. Внизу дежурят мастера, которые следят за тем, чтобы падающий с крыши снег не задел прохожих. После завершения очистки крыши сотрудники УК фиксируют результаты и составляют акт выполненных работ. Ежедневно. 8:30. Обследуем все дома, контролируем. Если что-то есть, какая-то наледь, сразу же незамедлительно все устраняем. Во всех районах города контролируют качество работы, своевременность их выполнения сотрудники районных администраций. Они проводят ежедневный мониторинг содержания кровель и придомовых территорий на предмет наличия снежных масс и колейности. 25 число обследовано 588 домов, выявлено 282 нарушения. Все управляющие организации были уведомлены о наличии у них нарушений. 270 нарушений были устранены и направлено 12 уведомлений о составлении административных протоколов. На сегодняшний день в большинстве случаев управляющие организации справляются с тем, что они обязаны делать по закону. Управляющим компаниям и ТСЖ, которые не выполняют предписания в срок, грозит административная ответственность и штраф. О работе управляющих организаций жители могут сообщать в отделы благоустройства администрации своего района. Номера телефонов можно найти в сети интернет. В первую очередь они указаны на сайте администрации города.